цены, вот эти регуляторные цены на ГСМ, что опять даст новый виток подорожанию продуктов. Скажите, какие у вас прогнозы? Ну, на самом деле, когда я пришел на эту работу, мне сказали, у тебя нет другой задачи, кроме как остановить инфляцию. И вот 7 месяцев на этой работе я только этим. Как вы думаете, вы справились с этой задачей? Можно ответить? Я не совсем доволен результатом, сразу вам скажу. В прошлом году, вот в сентябре я пришел, в конце года инфляция за 20% ушла, причем продуктовая за 21%. Но работа проводилась системная, нам удалось создать запасы продуктов, более 140 тысяч тонн. И наконец, в феврале мы впервые видим дефляцию. Ну, такого никогда не было. Вот по итогам прошлой недели мы получили дефляцию по овощной группе. И теперь задача это сохранить. У нас минус 0,3% в результате разбронировки. За прошлую неделю 0,1% роста. Ну, такого никогда вообще не было в марте месяце. Я считаю, что вопрос инфляции, он лежит в корне. То есть необходимо развивать собственное производство. В этом году мы начали большой проект. Первые 100 миллиардов тенге выделены, это мы будем строить свои молочнотоварные фермы, обеспечивать.